Надеюсь, у нас очень мало народу. У нас мало народу в этом спектакле. Знаете, я наткнулся на эту пьесу, будучи в поисках совершенно другой пьесы, собираюсь перечитать «Две стрелы» Володинской, наткнулся на эту пьесу, впервые ее прочитал, понял, что просто обречен ее ставить. Поэтому сомнений никаких не было. В тот же момент я переговорил с Евгением Александровичем Базановым, постановщиком этого спектакля. И буквально за неделю родилась концепция художественная полностью спектакля. Мне важно, это то, к чему мне хотелось прийти очень долго. Потому что и «Аладдин», и «Тень», которые идут в нашем театре, это была работа. Я режиссер, и актеры как исполнители, да, в большей степени. Здесь я бы сказал, что это творчество всего коллектива. Да, я не могу сказать, что я это поставил. Вот, да, я придумал, я сделал, я воплотил. Нет, это то, что воплотилось благодаря усилиям всех, кого вы видели сегодня на сцене, и многих, кого вы не видели на сцене. В чем, по-вашему, скандальность этой пьесы и отношение РПЦ к этой пьесе? Мне трудно говорить об отношении РПЦ к этой пьесе. Я его не слышал так вот официально. Я слышал неофициальное мнение, потому что некоторые мои актрисы имели неосторожность и спрашивали благословения у разных священников. Вот, ну как сказать, я же не рассматриваю это в принципе постановку библейской темы, да? Для меня это все-таки человеческая история прежде всего. Для церкви обычно затрагивание этого вопроса с человеческой точки зрения, как скажем, немножко неправильно, что ли, да, не всегда допустим. А тут еще существует такая довольно вольная володинская трактовка библейских событий. Несмотря на наличие цитат прямо из Евангелия, тут присутствуют персонажи, которых нет в Евангелии. Тут как-то, ну, вся история очень обыдовлена, приземлена, что ли, да, в этом смысле. Честно сказать, я всегда придерживаюсь мнения, что не нужно воевать с пьесой, особенно если она хорошая. Да, если это хороший автор, хороший драматург, хорошая пьеса, надо ее просто правильно поставить, да, надо воплотить ее на сцене. И я считаю, что я не воевал с Володиным, хотя вряд ли он представлял себе эту постановку именно так. Володин очень бытовой в этом смысле, да, вот, в плане постановочном. И это всегда такое несколько кухонная атмосфера, что ли, да. Те самые кухни советских времен, на которых происходили все самые сокровенные беседы. Вот, и здесь, в этой пьесе, конечно, есть тоже ощущение этой кухни. И даже это ощущение, по-моему, не совсем ушло, несмотря вот на весь антураж, который они делают. Да, но я сразу почему-то захотел эту музыку туда. Я ее еще не слышал, но я уже представлял ее. Я уже начал искать ее. И эта музыка потянула за собой совершенно другие приемы. Да. Она сразу создала немножко надбытовое существование, да, она, музыка, которая не позволяет находиться на кухне, что ли, да. Она зацепилась всем. Да, в этой пьесе очень много пластов, и библейский далеко не самый первый, не самый главный, на мой взгляд. Да. Основное – это именно человеческие, это именно взаимоотношения матери, это взаимоотношения через мать других людей с ее сыном, да. Это те вещи, которые всегда и неизбежно возникают вокруг любого знаменитого человека. Это те конфликты, которые совершенно не обязательно библейские. Да? Они каждодневные, мы их видим каждый день, везде, всегда. Они всегда очень тяжелые, они всегда приводят к трагедиям. Я думаю, что это было совершенно не так. Хотя я сомневаюсь, что это было так в Евангелии. Я, наверное, в какой-то степени верующий человек. Я не могу себя назвать абсолютно воцерковленным человеком. Чем дальше я наблюдаю жизнь, чем больше я наблюдаю, тем меньше мне хочется иметь что-либо общее с церковью, так как с институтом. Хотя, на мой взгляд, это очень разные вещи, церковь и вера, подчас противоположные. Через год это будет немножко другой спектакль, чем тот, который вы видели сейчас. Но это естественно. Спектакль, в отличие от кинофильма, живет каждый день. Постоянно меняется, постоянно видоизменяется, постоянно дорабатывается. Потому что в противном случае он просто умрет. Я долго могу ждать. Сколько нужно. Ты явишься. А я дома. Я здесь. На дому.